Песнь из тайного сада. Поехали. А сама ситуация, конечно, ну, не знаю, Люк. Я, ну, сам решай. Не делись такими вещами. Ну, просто я думаю, если человек и должен кто-то об этом рассказывать, то, что нам написал в чате, это должен делать тот человек, которому ты помог. Вот как я, ты мне помог, я тебя благодарю за это. И то, как бы, тогда, когда считаю нужным. Потому что, когда ты об этом другим вот так рассказываешь на эмоциях, ты аннулируешь свой добрый поступок. Я думаю, сейчас всем очень тяжело. Мы все оказались в 90-х, весь мир, в эпоху перестройки. И это только начало. Так что будем верить в лучшее. Песнь из тайного сада. Поехали. Адрен говорит, что это очень интересная группа, которая победила на Евровидении с другой композицией, где всего лишь-то было пару слов. Возможно, ты ее со временем нам дашь послушать. Ну а сегодня вот песня «Тайного сада», она
показала мне образ, знаете, такого тайного сада, за которым ухаживает только один человек. И мне вспомнилась пещера в Скайриме, куда свет падает, вот знаете, и там деревья есть, там молитвенное место. И туда вот свет попадает немного, но как бы такое укромное местечко, возможно, лощина. То есть это сад, который вроде, он недалеко, потому что мы же понимаем, это вот песнь из тайного сада. И этот тайный сад все время ждет своего садовника. То есть получается, это какое-то укромное такое место, о котором заботиться, потому что мы не слышим здесь никакой грусти, никакой печали. Здесь, наоборот, очень прекрасный свет, когда эта вся красота, находящаяся в сокрытии от других людей, постоянно ожидает того, кто может ее улицезреть. В какой-то степени, в первую очередь, садовника, который заботится об этой красоте и делает еще ее более изящной. И того человека, который возжелал иметь такое тайное место, в которое он приходит, чтобы уединиться от окружающей суеты бытия, то есть какое-то свое укромное местечко. Но именно сад здесь нам предстает, который не заброшенный, потому что нет грусти, наоборот, есть какая-то такая красота, умиротворенность, которая находится в постоянной заботе. И почему я и вспомнил пещеру, потому что я стал думать, а где такой сад можно было бы организовать, чтобы он был тайным. И как раз, да, к этому месту подходят или какие-то закрытые лощины, но до лощины еще тяжело добираться, поэтому здесь больше всего подходит все-таки какая-то закрытый грот, вот такой, ну или пещера, в которую можно попасть, только зная туда четкий путь. Еще одно место, которое тоже вспоминается с таким садом, это, ну, там не до конца сделан этот грот, там еще пещера есть, так что не, ну, не подходит. Вот это лучший момент, что это как пещера, куда попадает вот свет. Ну, потому что в любом другом случае туда бы люди могли попасть. Вот такой приятный, красивый образ. Интересно, что порождает у тебя, Сандра? И если что, в будущем можно сразу, наверное, писать об этом, потому что я, когда заканчиваю, потом жду отклик и не знаю, как лучше тогда подготовить композицию на канал. Так что вот подумаем, стоит ли ваши комментарии тогда оставлять или заранее вам их тоже подготавливать, чтобы поделиться образом. Давайте на будущее условимся, я как раз так и нарезку сделаю, что если вам есть что сказать по композиции, вы в момент, когда я буду делиться образами, просто напишите, вот как сейчас Леха написал, видите, я не стал считывать его сообщение и решил его прочитать после того, как поделюсь с вами своими впечатлениями о том, что навеяла музыка. Таким образом, и я прерываться не стану, и смогу рассказать о том, что вы чувствуете от этой композиции, если у вас есть желание этим поделиться. В крайнем случае, всегда есть возможность оставить комментарий под нарезкой.